Это бэкстейдж. Тут не все снимать, все-таки вся жизнь снимать что-то надо. Посиди на кресле, пей. Отойти? Я мешаю, наверное. Вы звезд хотите поснимать? Нет, я еще пока не знаю, что я имею в виду. Дизлайк, отписка. Все, не снимай, не надо снимать. А для чего столько снимать? Я ни разу не видел столько бэкстейдж. Ну и чертовски хорошо. Дальше это, наверное, единственная первая программа, вот куда я пришел за последние 2 года точно. Респект. Поехали. Ну, сегодня нам пизда. Дайте нам сейчас будет огонь. Сейчас. Это же бэкстейдж, Паш, все вот так будет, вот так сюда офигенно нарез. Потрогал глаза зрителям. Фоткаюсь. Ни хера не впечатлился, вот сижу заранее обтекаю. Но я думаю, что у нас будет довольно прикольно. И музыка, пацаны, поехали! Здесь же? Нет, у вас пока душ не поставили, да? Ну, вот такое расследование. Гаражочком какой. Фига себе. Слышишь, Леш, иди нахуй. А, или надо говорить, да? Потешусь видео. У меня лучше впечатление, чем я думал, что они будут. Видишь, даже одного у меня раскрутили, чтобы я кого-то нахуй послал. Это вообще большое событие. Прекрасно, прекрасно. Алексей Пиваров, находка просто. Это видеоблог. Нет, привет. За мой счет. Всем надо коктейли. Не надо, пожалуйста. Это торнадо.